Известно, что голос – немаловажный фактор того, как воспринимают вас люди. Помните знаменитые слова Сократа «Заговори, чтобы я тебя увидел». Действительно, я, к примеру, не начинаю никакие деловые или дружеские отношения, пока человека не услышу. Ведь по голосу можно узнать о человеке достаточно много. Особенно это важно для карьеры или бизнеса, потому что голос сразу же выдает, насколько человек уверен и насколько он экспертен в своей теме. Согласитесь, если человек говорит спокойно, использует нижний регистр, то у нас к нему гораздо больше доверия. И наоборот, если голос легкий, полетный, нежный, этот человек вызывает приятие, симпатию, не правда ли? Очень важно в различной ситуации разговаривать по-разному. И если вы, к сожалению, на данный момент не можете легко владеть своим голосом для того, чтобы подстраиваться под собеседника, под ситуацию, под излагаемый материал, не расстраивайтесь, у меня для вас хорошее известие. На самом деле, все эти характеристики голоса можно развивать и совершенствовать вне зависимости от возраста. А вот как вам заниматься индивидуально со специалистом или самостоятельно, или выбрать обучение в группе, это решать, конечно же, вам. Хотя, как специалист с большим стажем за плечами, я вам честно могу сказать, что групповое обучение наиболее эффективное. Ну и, в общем-то, не прощаюсь. Конечно же, приглашаю вас на ближайшее свое обучение. До встречи в эфире. С вами была Елена Литвиненко.